Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Демастер, у нас очередная серия зомби, в общем-то, это одна из последних серий, осталось чуть до конца этого сериала, так что поддержите его лайком, много лайков под конец, и, возможно, будет второй сезон, я думаю, еще осталось около трех серий, вот, ну, а здесь поддержите лайком, мы старались, надеюсь, вам все это понравится, на этом, как бы, приступайте к просмотру, напишите в комментариях, что думаете, в общем-то, погнали. Сколько же я здесь уже сижу. О, Лина, эй, привет. Привет, привет. Как ты там? Все я в порядке? Я здесь, ну, вроде неплохо устроился, знаешь, условия, конечно, не пятизвездочного отеля, но думаю, в принципе, неплохо, знаешь, жить можно, как говорится, жить можно. Ты как? Ну, я в порядке, правда, у нас много раненых, мы потеряли много людей, но я надеюсь, скоро это все закончится и тебя освободят. Что там, очень много скелетов нападает? Очень много скелетов, очень много скелетов. Многие военные их даже не видели и сталкивались только с зомби. И сейчас они многие полегли. Вот, блин, грустно звучит. У меня есть отличная идея, мне появилась, кажется, крутая идея. Но для этого мне нужно связаться с майором Пейном. Ты можешь его сюда привести? С майором Пейном, ну... Понимаешь, он как бы большой человек в нашем обществе. Хотя, насколько я слышу, выстрелы прекратились. Возможно, мы отбили волну этих скелетов. Я попробую с ним связаться. Да, скажи, подожди, что здесь. Это... Скажи, что у меня есть отличная идея. Да-да-да-да, позови его, пожалуйста. Угу. Ух, майор Пейн! Привет, сокамерник. О, привет. За что сидишь? О, да, знаешь, совсем недавно, буквально пару недель назад, я жрал людей, там мозги их жрал. Был зомби, короче, да, и теперь я человек, вот так вот. Ха, а ты, оказывается, шутник. Да, я не шучу, реально так и есть, типа, просто, ну, нашли её что-то типа лекарства, видишь, я стал нормальным. Ты лучше мне расскажи, ты за что здесь сидишь? Да я хлеб просто воровал. Хлеб воровал? Нифига себе. Это за жесть. И за хлеб посадили? Ну, не может такого быть. Майор Пейн, это срочно, майор Пейн. Да чё вы хотите, блин? О, майор Пейн, что у вас с голосом? Вы что, простудились? Заболел я. Аллергия на зомби. Майор Пейн, я, у меня есть отличная идея для вас. Смотрите, вот я как бы зомби, да, был недавно, вы помните, вот. Да я помню, да какая идея, ты можешь мне вкратце объяснить? Вкратце, смотрите, если я смог вылечиться, майор Пейн, если я смог стать человеком, значит, есть вероятность, что и другие зомби могут стать людьми. У меня есть отличная идея, смотрите, вы мне не доверяете, вы меня боитесь, думаете, что я могу вырваться и позаражать ваших-то типа других людей. Может, вы меня отпустите и дадите мне с собой какое-нибудь оружие, а я пойду и попробую убедить других зомби перейти на вашу сторону и убить скелетов. Да ты чё, издеваешься над нами? Мы тебя держим чисто ради эксперимента, потому что это какой-то нонсенс. Да я... Прошу меня извинить, очень много раненых, мне нужно помочь. Да, пока, хорошо, Лина, пока. Иди. Майор Пейн, сами подумайте, что вы теряете, если я уйду, у вас будет только, вы будете считать, ну, что более безопасно у вас здесь все будет, если я никому не смогу навредить, правильно? Ну, а так, если я приведу армию, зомби, которые бьют скелетов и помогут вам, то вы будете только рады? Ну да, логично, только почему я должен тебе верить? А вдруг ты приведешь просто кучу монстров, которые нас всех перережут и все? Ну просто я люблю Лину, понимаете, как бы, и зачем мне подвергать ее опасности? Ох уж это ваша любовь. Ну, в принципе, я думаю, можно, да. То есть вы меня отпустите? Я тебя отпущу, только как долго ты будешь ходить там, бродить, искать? Я не знаю, сколько я буду их искать, майор Пейн. Я постараюсь взять как можно быстрее, но ничего гарантировать не могу. Ну ты понимаешь, что на нас нападают постоянно, мы не можем уже почти отбиваться. Но так у вас будет хоть какой-то шанс, надежда, что я приду, а так, типа, какая разница, что я здесь, что я там? Эх, ладно, хорошо. Так, тогда давай, выходи отсюда. Что вы мне с собой дадите? Дадите какое-нибудь оружие, может, какой-нибудь автомат? Так, оружие, не, оружие точно не дам, максимум я тебе могу дать, ну давай нож, так уж и быть. Нож, ладно, хотя бы что-то, спасибо, майор Пейн, отдайте. Ладно, пошутил. Ну вы шутник, конечно, майор Пейн. Ладно, майор Пейн, я тогда пойду. Беги, ты хоть знаешь, где выход-то? Да-да, вон там, я же что, сам пробрался. Ах ты засранец такой, ладно, беги. Все, до свидания, майор Пейн. Да пока-пока. Так, ну все. На этих воротах я что-то вижу, у них охраны нет, но я думаю, смогу выбраться. Фух. Надеюсь, что мне повезет. Я вроде здесь не вижу никаких скелетов. Все, пока, ребята, пока. Удачной вам это. Службы там. Так, отлично, иду дальше. Эх, надеюсь, что они все еще в этом. Все еще
в аэропорту. Фух, тут долго идти, но я думаю, я сейчас, в принципе, хожу достаточно быстро, не так, как раньше, не так, как когда я был зомби. Поэтому, в принципе, думаю, дойду достаточно быстро. Фух, хорошо. Какой-то странный звук. А, что происходит? На меня кто-то напал. Так, ну-ка, иди сюда, скелет. Я с тобой справлюсь. Эх, у меня был друг Никита. Ох, 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 я его увольнул. У него были мозги, которые он не доел. Фух, это была жесть, он на меня напал. Почему он мне напал, скелет? Почему же он на меня напал? Я же должен все еще быть для них как зомби, хотя я выгляжу уже как человек. Возможно, из-за того, что я все-таки стал больше ближе к человеку, у меня началось биться сердце. И эти скелеты, они все равно ощущают сердцебиение. По той же причине напали на Лину в аэропорту. Хотя другие зомби ее не замечали. О, это жесть, он немного поранил меня, но в целом я чувствую себя нормально. Интересно, если зомби меня укусит, я снова стану зомби? Блин, это надо проверить, это интересный вопрос на самом деле. Но с другой стороны, я не хочу снова становиться зомби, мне нравится быть человеком. Чувствовать шелест травы под ногами. Блин, что здесь произошло? Капец, здесь все горит, я не знаю, как будто метеорит упал. Я уже, наверное, об этом говорил, когда был зомби. Да, я же здесь проходил, когда искал Лину. Но это, конечно же, здесь разруха. Кажется, я вижу труп военного, возможно, здесь что-то было. Так, возможно, надо его посмотреть, может, у него что-нибудь есть. Так, о, кажется, у него здесь калаш. И немножечко патронов к нему. Я заберу. Так, это можно поставить сюда. Ой, зачем это я себе на голову надел? Так, мозги мне больше не нужны, я просто их здесь выброшу. В эту канаву. Капец, здесь реально как будто бы что-то, может, здесь какая-то бомба взорвалась. Горючая до сих пор горит. Пожар уже должен был стихнуть, он здесь уже несколько дней горит, это жесть. Так, ладно, у меня теперь появилось хоть какое-то оружие, это уже лучше. И несколько патронов к нему, несколько обоим. Так, у тебя точно все, больше ничего нет? Да, вроде больше ничего у него нет. Фух, нужно отправляться дальше, в сторону аэропорта. Слава богу, я знаю, где он примерно находится. Так, здесь вроде парк развлечений. О, что такое? Я вижу скелетов. А, как тут много. Капец, они идут, они нападают на меня. Перезаряжаемся. А, боже мой, сколько их здесь. Капец, их патроны почти не берут. Так, 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 ну-ка назад, твари, назад, я сказал. А, черт, они догоняют меня. Какие же они быстрые. Перезаряжаюсь. Капец. Он уже близко. Так, одного из них положил. Капец. У меня осталось всего пара обоим. Нужно отступать. Не идут, они нападают. Еще одного положил. Хорошо. Последние две обоймы. Перезаряжаюсь. Нужно зайти в дом. Здесь будет их проще убивать. Так, что там? Ой, близко, близко, близко. Один здесь. Одного положил, одного положил. Еще одного валю. Что ж такое-то? Так, валю, 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 валю. Все, патроны кончились. Так, ух, я завалил его. Ох, боже. О, это была жесть, кажется, я отбился. Чертовы скелеты, я еще такое нападение не переживу. В калаше больше нет патронов, если найду... Ну, я не буду пока его выкидывать, вдруг найду... Ух, зомби. Нужно прикинуться, что я один из них. Просто идти недостаточно быстро. Не ходит здесь просто. Но зомби на меня, кстати, не реагируют. Это хорошо. Главное не выдавать себя, не идти слишком быстро. Но и терять время нельзя. Так кажется, я прошел этих зомби. Они на меня не смотрят, можно чуть-чуть ускориться. Спереди еще. О, как их тут много. Их тут очень много под этим туннелем. Походу их привлекает здесь темнота. Торжественно, все, это медленно. Ох, этот парень мог работать. В приеме бутылок, наверное. Очень уж он мне напоминает какого-то приемщика бутылок, он тот с зелеными. Так, ладно, тут какие-то военные. И просто зомби. Жесть. Ну ничего страшного, кажется, я преодолел этот рубеж. Так, больше зомби не вижу, а нет, вижу, вижу, вижу. Вот еще есть зомби здесь. Я уж думал ускориться, но нельзя, нельзя, нельзя себя выдавать. Не хотелось бы, чтобы меня сожрали зомби, когда я сам был зомби пару недель назад. Все, здесь уже можно ускориться. Фух, какой же здесь огромный город. Здесь все равно что-то все еще горит, походу. Взрыв и здесь был. Это та база, где меня... Где я первый раз увидел Лину. Да. Как же быстро идет время. Такое чувство, что это было только вчера. Это уже было очень давно. Так, насколько мне известно, там должна быть больница. И через дырку в здании можно будет там пройти к аэропорту. Надеюсь, что мой друг все еще там. И другие зомби тоже. Тогда я смогу быстро с ними найти их, связаться с ними и, возможно, убедить их присоединиться к людям. Так, что?
Что это такое? Кого я там вижу? Привет! Эй! Ты узнаешь меня? Привет. О, я вижу, ты уже лучше выглядишь, братан. Ты помнишь, что я такой? Да, помню. Смотри, я стал человеком. Вау. Как? Ну вот, как бы, пошел там дальше. Я видел базу военных, братан, там, что, почему вы не в аэропорту, почему ты не в аэропорту? После того, как мы ушли, мы побили тех скелетов, но пришли еще и выгнали нас из аэропорта. Ага, мы пришли сюда, когда мы увидели, что вы убегали, что-то проснулось внутри нас. Нас тронуло то, как ты заботишься о ней, о этой еде. Мы начали видеть сны с тем, что было с нами при жизни. А что ты тут делаешь? Почему ты не с ней? Ой, ну, во-первых, твоя история очень фантастична, такая же, как моя. Я тебя понимаю, братан. Почему я не с ней? Потому что я нашел лагерь людей, выживших, других, да? И на них нападают скелеты. Я подумал, то, что я могу пойти в аэропорт к вам, к другим зомби, и позвать вас сюда, и, возможно, вас тоже получится вылечить. И, ну, нужно сначала спасти людей. Нужно убить всех скелетов. Где остальные? Они остались в аэропорту или они с тобой? Остальные в больнице. И я думаю, если ты поможешь им стать людьми, они помогут тебе спасти тех людей. Да, но только те люди могут помочь нам. Зови их из больницы. Пошли. Мы должны собрать всех и отправиться на помощь этим людям, потому что я не знаю, сколько они еще продержатся, но если мы объединим усилия, думаю, мы справимся с скелетами. Где они? Джеймс Грой, где они? Сейчас. Эй, выходите. Вот они. Ребят. Слушайте сюда внимательно, ребята. Мы должны с вами помочь другим людям. И тогда они помогут вам стать людьми, как я, видите? Мы с вами жили в одном аэропорту, вы помните меня? Помните меня, да? И смотрите, я стал человеком, и вы все можете стать снова людьми. И уже избавиться от этих и поедания мозгов. Поэтому погнали, пойдем вместе к тому месту и поможем людям избавиться от скелетов. Уничтожим скелетов вместе с людьми и сами станем людьми, ребят, все за мной. Идем за мной. Так мы и отправились на помощь к людям.